Уважаемый президиум, участники форума, от имени президиума Национальной академии наук Беларуси, его председателя и себя лично, я рад приветствовать вас с началом работы этого форума. Проблемы и темы, которые вы запланировали рассмотреть на форуме самом и его секции, имеют огромное значение для нынешних и будущих жителей Земли. Энергетическая безопасность государства – это важнейшая составляющая национальной безопасности. Мы часто говорим о значении продовольственной безопасности страны, но значение энергетической безопасности в настоящее время становится, может быть, даже более важным. Ведь без энергетики сложно, если невозможно вообще произвести необходимое продовольствие. Наука всегда определяла уровень цивилизации общества. Вспомните, мы говорим век пар, век электричества, век атомной энергии. Как видите, все эти определения построены на основе источников энергии. Можно сказать, что это историческая роль энергетики. При общении и участии молодежи союзного государства, а сегодня можно сказать и многих стран Европы, участвующих в этом форуме, в решении столь важной для наших государств и народов энергетической проблемы, позволяет верить, что она будет иметь успех. Молодым в большей степени присущ креатив, неординарность мысли, стремление к знанию. А это во многом и есть основа успеха. Победители конкурсов нынешнего форума вполне могут стать потенциальными претендентами на будущую премию в области науки и техники, которую планируется вести в рамках союзного государства. Вот мы сидели перед форумом в кабинете ректора вашего, и Григорий Алексеевич сказал, и Алексей Александрович, что в этом плане сегодня идет очень интенсивная работа, и есть принципиальное согласие соответствующих структур и органов. Я желаю форуму интересных сообщений и докладов, достижения намеченных результатов, а участникам больше амбициозных задач и успешных решений. Спасибо за внимание.